Сегодняшний успех в учении – завтрашний успех в жизни. Именно такое название носил семинар-практикум, проходивший на базе Видновской школы номер 7. За 5 лет работы по федеральным государственным образовательным стандартам в школе был накоплен определенный опыт работы, которым можно и нужно поделиться. Мы хотим показать, как мы детей научили вот за эти 5 лет работать, трудиться, какие выводы дети делают, что они взяли с этих уроков и как это в дальнейшем пригодится в их жизни. Представители управления образования, педагоги и директора школ района посетили уроки начального звена 7-й школы и смогли увидеть применение новых образовательных стандартов на практике. Здравствуйте, скажем глазами. Здравствуйте, скажем ртом. Здравствуйте! Станет радостнее кругом. А теперь повернитесь к нашим гостям. И поздоровайтесь с поклоном. Умнички. Несмотря на то, что в новой программе звучит словосочетание «образовательные стандарты», подход к самому обучению совершенно нестандартный. Марина Калачева имеет 27-летний педагогический стаж. И она еще раз убеждается, что новый метод меняет детей и помогает развивать их уровень. Потому что все-таки старая школа, дети немножко скованные были. А вот новые вот эти вот стандарты, да, новые преподавания, это, конечно, очень сложно для педагога, который давно уже работает в школе, но это нужно делать. Оно действительно детей раскрепощает. Общеобразовательные стандарты включают в себя две составляющие. Это и уроки, и внеурочная деятельность. По новым стандартам, кроме уроков, существует еще внеурочная деятельность. Она очень разнообразна. Вот в 7-й школе есть такая дизайн-студия «Учение цвет». Ребята своими руками после ремонта сделали школу ярче. К внеурочной деятельности относится и изучение иностранного языка. Свои уроки английского Анна Соловьева смогла сделать не только интересными, но и продуктивными. Театр в школе. Таким уроком встретили гостей третьеклассники. Даже подготовка к нему воодушевила школьников. Сначала, конечно, они очень возбуждены. Но потом, уже изучив роли, одев костюмы, они воплощаются в этих героев. И вот результат сегодня мы показали родителям. Надеюсь, что это нам удалось. Я думаю, это интересно не только мне, но и многим другим. Это действительно весело. При этом можно узнать какие-то новые слова, фразы и так далее. Педагоги 7-й школы успешно доказали, что внедрение образовательных стандартов необходимо. Но все же главным в образовательном процессе был и остается учитель. Вот как он даст, как он преподнесет, как расскажет, как дойдет до каждого сердечка, так оно и будет. Значит, тогда вот сюда войдет самое главное. Успех рождает успех. И если ученика смогут раскрыть в школе, дадут возможность заявить о себе, то этот ребенок непременно будет успешен и в будущей взрослой жизни. Елена Бабина, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.